Всем привет. Да, на очереди у нас что там? Матч 1/8 финала. Первым будем смотреть матч Тим против Драга. В общем, будем комментировать Смоки и Сполон. Да, сегодня у нас двойной формат комментирования. Да. Будем по раунду, соответственно, по очереди. Ну вот, а потом Сполон уйдет, и я буду комментировать его матч. Вот, как-то так. Так, ну что, будем ждать там, пока народ... Да, все подойдут уже. Все есть, да? Сейчас только напишу, что все пошло. Да, я закрою вообще чат. Ну да, чат я закрываю, оставляю ту на стопе, если что, открытый. Угу. Ну что, поехали? Давай тогда насчет. Так, сейчас. Блин, стоп, подожди. Микрофон с Макей и с Полон. Да, у меня тут, блин, на стопе троллит, сейчас я вытащу эту табличку. Ну все, насчет 3 я готов нажать да. Так. Ну что, короче, насчет 3. Раз, два, три. Все, погнали. Так, я Тим еще... слева, Драг справа, Тим костит первым. Угу. Вот. Ну что, так. Прогнозики там давайте в чат пока. Мой прогноз такой, что по идее... Я даже не знаю, какой тут прогноз давать, потому что Драг может просто взять и не играть в полную силу, потому что в любом случае он падает, если что, в лузера. Потому что я хз. Ну ладно, там 0-8 был прогноз досконально. 8-6 Драг пользовать прогноз Николора. В общем, ладно, Лео Кесси, давай я начну. Давай. Тим за Лео. Итак, что мы тут видим? Кесси пока вообще не прыгает, непонятно мне его. Позиция сейчас, тролльская вертуха, неплохо. Но дальше Тим отпрыгнул, хороший прыжок. Дальше Драг дарит бросок, Тим не принимает подарок и нарывается Драг на еще одну вертуху. Так, хороший прыжок, но эти ножки они ничего не отнимают. Да вообще. Драг что-то пытается хитро сделать, видимо, клюшку чарджил, дальше Тим ошибается. Еще раз ошибается. Надо же, прошла перехват четырьмя кадрами Драга, и опять ошибка от Тима. Что-то какие-то психованные действия были под конец. В общем, было все в руках Тима, но он сделал три ошибки подряд и... Да. Зачем надо было подпрыгнуть, на самом деле? Что-то как-то... Не разобрался. Ну ладно, второй раунд, смотрим, что сейчас будет у нас. Так, Кейси тут пытается подбежать, но, в принципе, неплохие прыжки от Лео. Так. Пытается друг друга раздергать, вот не бросает, не наказывает у нас Лео Кейси. Так. Пока они прыгают один вокруг другого. Да, просто одни какие-то прыжки, ничего толком даже сказать нельзя. Так, вот запрыгнул отлично Лео за спину Кейси, взял мячик. Получается еще... Ох, как отлично просто. Кинул в упор мяч, не заблочил это. Но сейчас 10 секунд остается. Берет снова мяч, прыгает, не успевает выпустить этот мяч из себя, но в итоге перепрыгивает через кейс и броском завершает этот раунд. Я отмечу, что Драк опять был кинут в один момент, когда сидел, бил ножкой. Угу. Там Лео успел, получается, добежать. Кинуть. У Драка, кстати, сколько кадров задержки? 4. 4. Ну что, у нас решающий раунд в первом бою. Да. Драк... Тим, зачем ты делаешь этот подпрыг? Кейси же близко. Он тебя кинет. Так, вот наказан от левого. Это действие угадал, внезапно подбежал, еще не бросок. Так, дальше лево поднялся. Две вертухи, дальше внезапно подбег неплохо. Дальше Драг отпрыгивал, но получил ножку в лоб. Что дальше? Дальше, смотрите-ка, у нас все почти поровну. Кейси, по-моему, один бросок осталось. И Тим таки тут нет. Смотрите. Нет, просто жизни нету. Лево два удара. Но в итоге влево наносит свой, молодец, Тим. Да, хорошо так снял ручкой в воздухе. Так, 1-0 в пользу Тима. Ну, как-то рискованно, на самом деле, по-моему, в этом бою действовал Тим с этими подпрыгами. Все было на грани, так сказать. Ну да. Мог он проиграть. Он там хорошую атаку провел. Четырехходовку. Так, Тим остается на Лео, а Драг берет майки. Так, первый раунд, погнали. Так, перебивает прыжок Лео. Дерготня. Да, дерготня, как это происходит. Так, тройская вертушка не прошла. Ох, отлично добегает майки. Но немножко ошибается в тайминге, за что был наказан. Но выбирается неплохо из угла и зажимает там Лео. Проходит какие-то нормалы вообще непонятные. Получает ручкой по роже Лео. Еще раз. Четыре раза уже попал. Есть такой вариант, есть. Берет мячик у нас Лео. Пытается... подбежать, прессовать, но опять же получает этой ручкой по лицу, теряет мяч,
пытается как-то раздергать Драга, но Драг стоит просто. Но все-таки получается добежать, бросает. Блин, и... Тим дважды, короче, дважды за раунд Тим сделал плохой подпрыг. И вот первый подпрыг как раз-таки привел его в угол. И там он, собственно, начал огребать от драговской ручки. Да. Блин, ну это ручка. Сколько раз он ей попал? Да, есть такой вариант. Тройская такая фигня. Но, блин, ну у Лео есть вертуха тройская. Вот что делать Тим? Тим потерялся. Внезапно за секунду Тим потерялся от этой тактики Драга. Ходить бить ручкой. Да. Так, Драг попадает бесполезной суперкой. У Драга максимальный процент попадания бесполезной суперкой среди всех. Дальше Драг начинает прыгать по углам, прыгать назад, прыгать на месте, попадает еще одна бесполезная. Суперка проходит. Ну ладно, верхняя еще не такая бесполезная. Дальше Драг хочет... Дальше Драг хочет проиграть этот раунд. Нет, все-таки... Все-таки не хочет. Но эти прыжки какие-то были действительно такими... Как ты любишь это говорить? Я забываю все это слово. Черт возьми. Я забыл его, ладно. Хрен с ним. Я не понял. Авантюрными, во. Авантюрными. 1-1 в общем счет. Да, остается у нас Драг на майке и вход идет Шрёдер. Ну, посмотрим, что Шрёд может показать. По-моему, этот матчап не очень, да, для Шрёда. А, в принципе, равный. А, так, вот. Попадается уже на суперку, на мясорубку. Так, Майки пытается запрыгнуть за спину, но снимает с воздуха. Так, пытался запрыгнуть за спину, но Шрёдер оставляет его также в углу. И все плохо. И все плохо, да. Но Шрёдер почему-то отходит. Пытался опять Майки запрыгнуть за спину, не получилось. Еще и ловится на мясорубочку. Ну, тут я не знаю сейчас. Да, и еще одна попытка запрыгнуть за спину и попадается на мясорубку. Слишком легко как-то Тим справился с Драгом. Наловился Драг и... И что-то там забавное было в углу, я забыл уже что. Но в углу, правда, что-то забавное было. Второй раунд. Драг любит проигрывать в 0 первый раунд этого боя, а потом собираться и выигрывать его. Итак, что у нас тут? Плохой подпрыг. Можно было за эту ручку Майка кидать. Так вот, хорошо начал прыгать ручкой в голову. Так. Хорошо прыгнул, но не среагировал. Можно было реагировать и бежать. Вот, молодец. Видимо, это тоже того же самого ждал тогда. Дальше вот опасно это делать, особенно когда близко угол. Так, Шрёдер. Хорошо, Тим ловит прыжки. Так, на месте прыгать вообще опасно, это черепах против Шрёда. Но проходят эти прыжки. Ну, короче, хорошо, Тим. Играл тут бой. В общем, не смог Драг к нему подобраться. Не делал ничего лишнего, Тим. Ловил все прыжки. Так, 2-1 в пользу Тима. Да. Выбит, значит, Майк. И кто там еще тут был первым? Кейси. Майк и Кейси выбиты у Драга. Так, берет Хота. И остается на Шрёде у нас Тим. Интересно, шахматы? Как говорится, кто первый ошибется, тот будет отгребать. Я понимаю. Ну так, что, смотрим. Пытается тут раздергать Ход, но Ход сел на жопу и получил огнем. морду за это. Так, ну сейчас эта морда блочит все эти пинки. Можно бежать кидать, что делать Тим? Да, но Тим почему-то не добегает и не бросает, а предпочитает вот так попадать вот викрем. Так, еще раз попадает он огоньком по полу. Словил бабочку на мясорубку, вообще замечательно. В нулину пока что ведет у нас Тим. Так, тут какая-то борьба за мячик, но все-таки проходит. Драк отлично затроллил, отличный был прыжок. Да. Очень грамотно, и тролля с мячом. О, еще и бабочка за спину. Как все круто сделал. Ход под конец. Вообще. Да, вот так вот разом все перевернулось. А все, а какой был ключ к победе? Получить атаку. Ход получил атаку и снял в атаке все жизни. С одной атаки. Да. Ну что же. Вот такая сила Хота. Так, ну вот Драг наконец начал прыгать. В первом раунде половину раунда Драг нифига не прыгал. Просто сидел на жопе. Да. Так, молодец Тим. Именно бежит, так и нужно это все наказывать. Дальше хорошо подстроился под бабочку. Дальше Драг отпрыгнул, но оказался в углу. Не добежал Тим, но добежал со второго раза. Что же дальше? Все правильно. Правильно, такое тоже есть. А вот сейчас Тим нарвался. И дернулся на мясо. Что дальше сделает Драг? Отличный за тайминговый подбег. Он блок отпустил Тим, по-моему, в конце. Да. Ну, в общем, Ход Шрёдер 1-0 в пользу Хота.
В этих шахматах побеждает Драк. Так, все, нету Шреддера у Тима. Так, остается Драк на Хоти, идет в майке. Ой, тьфу, Раф. Господи, я что в доте путаю героев, что здесь, кошмар какой. Так, Раф. Это, по-моему, плохой матчап для Рафа на первом плеере, я как понял, против Хоты. Да вроде как нет, но просто если Раф крысит, а если Раф не крысит, то... то плохо все, в общем, для Рафа. Так, ну, Раф вроде собирается крысить потихоньку. Нет, пока Раф забился в угол, он бы, мне кажется, выбраться из него только. Уже нет ХП, все, это был нокдаун. Так, надо выиграть обидным ударом. А вместо этого Драк выиграет всего лишь бабочкой. Ну, что-то тут вообще салат какой-то был. Ничего не смог показать Раф. Ну, просто его забили сразу в угол и все. Да. Второй раунд. Серёг, твоя очередь, камень. Да-да-да, так, значит. Комбо не прошла. Пойдет ли атака от Рафа? Ну такая. В общем, засиделся слишком долго Тим. Так, вот начал прыгать. Прыгать надо больше Рафу. Блин, Драк даже просто так прыгает, пока Раф стоит на земле. Если Хоту дать распрыгаться, это все. Так, можно наказывать. Наказан. У Тима мячик. Есть возможность выигрывать раунд. Но Тим выбирает самую минимальную возможность. Нанести... О, вот это красиво было. Внезапно бежал, кинул. Нога сверло. Все, иди обороняйся. Ой-ой-ой. Ну ладно. Пинком отрубил яйца Хоту последним ударом. Видите, Хот держится желудок больно. Отдалось. Ну да. Суперкота по яйцам. Я думаю, это очень неприятно. Так, третий раунд. Посмотрим, что у нас покажут ребята. Так, пока что Майк куда-то отпрыгивает. Ох, да то в следующий раз допрыгивает, закусывает. Так, Хот у нас отходит, блокирует. Так, пытается допрыгнуть Раф, но... Ошибка, да, перехватывает Хот. Так, о, перебивает ножкой огонь. Забавно. Так, пытается выбраться из угла, но не получается этого, выкидывает его из угла. Да, и опять в угол забивается, и все. Изи. В общем, две ошибки. Угу. Привели к смерти Рафа. Так, да. 2-3 в пользу Драга получается у нас. Да. Драга живой ход, с которого он вряд ли слезет. Ну, кого можно еще, в принципе, взять? Вот у Тима Лео вообще жив сейчас, нет? Да, вроде бы жив. Драг смилостивился. А, нет, тут... Лео сдох, да, потом был взять Шреддер. Нет, нет у него Лео. Турнир по Сонику еще не прошел, 2 матча осталось. Ждем, когда полуфинал сыграет второй. Так, ну ладно, вернемся к этому матчу. Драк там троллит. Говори. Ну, ты же комментишь сейчас. А я? Да-да-да. Ничего себе. Так, значит, я просто лопочил половину раунда, в это время тролльская вертушка Драга. И идеальное убивание, все грамотно сделал Драк. Жаль, я пропустил, как он пропустил. Отличная ножка, которая не блокируется вообще никак. И дальше ошибка в тайминге от Тима. Мяч подло пролетает мимо, но Хот сейчас может проиграть очень легко, если затроллится. И, видимо, он затролливается. Он может сейчас кинуть, нет? Ох! Повезло Хоту, да, повезло. Конечно, в углу Тим зря оказался. Надо было убираться ранее, когда была возможность. Ну, может, это было в расчете на то, чтобы вот как раз не добегать и бросать, а просто пнуть там хоть чуть-чуть ХП сбавить. Ну так, второй раунд. Так, попадает тут немножко в приседе по Лео. Так, проходит бабочка. Так, пытается тут раздергать Хота у нас Лео, но не получается это сделать. Допрыгает. О, после прыжка добивает, добегает, бросает, подпрыгивает, снова бросок. В принципе, неплохо, неплохо, все пока что. Так, опять прыжок, будет добегать? Нет, не будет. Так, чуть-чуть побил. Отличная бабочка проходит по ногам, выбрасывается из угла у нас Лео. Так, раздергивают друг друга на мячике. Ну, непонятно сейчас, что происходит, все друг друга дергают. Мячик уже тем временем пропадает, все, Хоту нам хоть, попытаться хоть сколько-то дэмэджа нанести, но Лео забивается просто назад. И Лео контролировал воздух и все. Да. Итак, решающий раунд опять. Драк в одном раунде от победы на хосте. Так, хороший был, но атака не последовала. Еще один раз снял, вот теперь подбежал, молодец. Трольска, не накажется, нет, наказалось, хотя мог Тим сам кидать. Вместо этого он отпрыгивал. Мы знаем, на стартовой прыжка можно перекинуть соперника. В таких случаях надо саму кидать. Отличный прессинг в углу от Драга. Дальше плохая ножка от Драга, отличная ножка от Драга.
И обидная ножка приводит тьфу от Тима. Да, да, Тима. Ой. Извините, я перепутал опять игроков. У меня мозг в последнее время совсем. Да тут только что просто на охоте играл у нас Драгдек, поэтому путаешься. Бывает такое. В общем, отыгрался Тим. 3-3. Остается, получается, Раф у Драга, да? Ход. А, нет, подожди, Дони вообще никто не брал. Или какой счет-то? 3-3 же, да? 3-3 счет. Драг взял Рафа. Угу. Так-то вот. Драг отдал Тиму кота. Комменте. Так, ну что, смотрим. Да, так, вертушка пролетает мимо, пока по друг другу не... Ну, проходит огонек. Так, пытается тут еще раз огонь проходит. Можно запрыгивать за спину, да, что и делает Тим. В принципе, неплохо. Пытался бабочкой по ногам попасть, но не проходит. И никак не наказывает этот Драг. Ух ты, долетает сверло даже. Так, чип дэмиджем там по ногам чуть-чуть что-то бьет. Так. Чип бабочка хай, заблочена и закусана. Ну, не чип дэмиджем, ну вы поняли. О, зато проходит отлично. Шариком, так, припрыгивает за спину, закусывает, так, ох, да, попал по бабочке в лету и выигрывает этот, ой, бабочкой по сверлу, да, я немножко запутался уже с этими приемами, давно не комментил, черепах. Итак, второй раунд. Теперь Тим в шаге от победы на хосте. Итак, хорошая ножка и обидная ножка, но только бесполезная в этот раз. Вряд ли на мораль Драгу сильно попортит. Драг попадает сверлом, пойдет ли прессинг. Прессинг в стиле спая. Дальше пытался ход наказать, но это было опасно для хода и как раз таки в ту самую опасную попал. Ох, какой миллиметраж сейчас. Так, не рискует Драг, смотрите, Драг, ох, красавец, Драг внезапно вылетел сверлом. И сейчас на блоке от мяч не среагировал, но кинул потом. И ходу осталась одна тычка. Вот да. Такая. Что-то Драг как-то взялся в руки и затащил в этом раунде. Да не, Чпайл, у меня... Я потом скажу. Ой. Так, третий решающий раунд. Оба от шаги от победы на хосте. Да. Какая интрига, как интересно это все у нас. Так, ну пытаются друг друга дергать, отлично проходит сверло. Так, ох, попадает бабочка. Но еще после этого сверло. Опять сверло попадает. Размениваются тут ударами, так... Бабочка за спину проходит, отлично. Так, опять же, дерготня, блочится сверло. Еще раз сверло блочится, но добегает Тим, бросает, отлично. Но дальше прыгает, зачем-то зря. Да, очень зря прыгнул, и сверло попало. Так, опять... О, опять миллиметраж. Миллиметраж, и берет шарик у нас Раф. Заблочил каким-то образом эту бабочку. Так, надо сейчас сходу рисковать. Но контролирует воздух Раф, и Драг выигрывает на этом хосте со счетом 3-4. Знаете, что сейчас были такие сильные такие моменты психологические, когда Драг дважды вот этот вот дерготню вблизи, когда вот казалось бы Драг отступает назад, и сейчас Тим его догонит под бегом динамика, и Драг внезапно кидает сам. Это было мощно. Да. Так, ну что, сменишь там? Да, сейчас меняю текст. Миллиметраж Хэвен. Не знаю, что ты там слушаешь. Так, в общем, второй хост, хостит Драг. Давай, на счет 3. Ой, подожди, не на счет 3. Блин, че на стопе у меня троллит? Почему она у меня поверх всех окон? Мне приходится из-под нее доставать эту хрень. Ну давай, на счет 3. 1, 2, 3. Так, погнали. Второй хост, хостит Драг. Блин, не, ну последний бой, конечно, был вообще пец. Там Раф просто эти миллиметражи все эти выиграл, конечно, очень круто. Тим, конечно, напрыгал лишнего его, явно. И те бабочки, которые у него немножко подали, он в комбо не развил, поэтому... Да, к сожалению. В принципе, заслуженно победил Драг. Было видно точно. Ну, все могло быть и по-другому. Так, Раф. Так, ты же, да, сейчас комментируешь, ты? Да, Тим выбирает Рафа. Тим выбирает Рафа, кого же выберет Драг? Дона. О, Дони. Вопрос в том, как Драг будет играть за Дона. Сейчас мы это и увидим. Отлично, Драг попытался сесть по крысе ручкой, не получилось, но потом тройское расстояние, молодец, выбивание. И Раф в углу, и в углу, видимо, останется еще надолго. Нет, выбрался. Ну, у Рафа есть сверло, выбираться легко. Относительно. Так, опять троскер ставил Драг. На этот раз с ним все грамотно блочит.
но потом зачем-то дергается. Блин. Драка аж начал спамить пилу. Случайная пила, выпущенная, попала. Но не успеет уже ничего, раф. Драк даже не стал отменять зажирание. Ну ему все равно, да, столько хп бы не отбавило, а так время потянуть хотя бы чуть-чуть там. Как раз было бы. Так, ну смотрим, смотрим дальше. Что у нас так? Прыгает тут Донни, не знаю, может у него пила не получается. Руки, ну вот. Ох, как хорошо перебивает пилу, но потом делает зачем-то сверло и пилой попадается по рафу. Так, в углу у нас находится Донни, но выпускает его оттуда раф. Так, пытается его. Отлично. Ой, проходит, значит, по спине пила, ну и сверло тоже проходит. Отлично, заблочена еще одна пила. Так, тройское расстояние не было, завкусан Донни. Так, что дальше? Донни садится, берет мячик. Ох, отличный подпрыг, закусывает Донни. Рафаэль, так. Не случилось почему-то пила, там попал ножкой. Но тут просто уже нужно рисковать, соответственно, Дону, то, что он делает, но не хватает немного дэмэджа, чтобы победить. Все, Раф побежает в этом раунде. Не знаю, Тим, что делать. Просто не знаю, что делать с Доном. Ну, надо... С Доном самая отвратительная игра. Дона надо только... Там вообще нельзя атаковать против Дона. Надо тупо выжидать его каких-то действий. Надо на ошибках его ловить. Правильно, это перс, против которого я только ход, по-моему, может атаковать. Серега? Да-да-да, я слежу просто. А. И Драк... Ой! И Драк красивым бессмертием выигрывает. Что это было? Ну, типа, такая коллизия, если ты в броске кидаешь мяч, ты становишься бессмертным, и такая коллизия. А, прикольно выглядел. Можно было замашнить, типа, о, бессмертие заюзал. Так, ладно, 1-0 в пользу Драга. Нет, уже, в любом случае, за бросок поснялось. Ну да-да. Так, 1-0 в пользу Драга. Раф у нас выбывает, и берут оба Леонарду. Лео. Посмотрим, что нам покажут ребята. Итак. Проходит какие-то куча ударов. Тройская. Тройская вертушка выбивается у нас слева. Точнее, я не знаю, как так, кто у нас слева. Драг, да? Драг, значит. Так. Тим у нас находится в углу. Но, в принципе, проходит вертушка, выбирается он из угла. Так, не тройская вертушка была. Ох, отличная вертушка после подката. От Тима. Так, Тим с мячиком. Не выбивается мяч после удара. Так, все, заблочил Драк, перекидывает его. И все, да, попадает мячом по подкату. Так, а первый бой Драк выиграл, да? Первый бой выиграл Драк. То я чуть-чуть верно. Опять потерялся. Итак, второй раунд. Так, бесполезный апперкот попадает. Ну, не то, что он совсем бесполезный. Дергать летим слишком далеко до Драга. Что ж ты дергаешь? Дальше это все накажется. Так, Драг в углу. Можно хороший прессинг устроить, но Тим дает Драгу вылезти. Правда, Драг опять дарит бросок. Ну, никто на это не купится сейчас. Трольская. Дальше дергается Драг. Ну, тут хотя бы не так близко было. Что дальше? Преимущество Тима. Хорошая вертуха. Трольская. Ну, хорошо, хорошо, Тим все сделал. Да, разбегал, добежал, бросил. 1-1 по раундам. Ну тут Тим так, кстати, Драгу не уступает на протяжении вообще всех матчей, всех боев, которых мы видели. Ой, не матчей, а боев, да, именно. В принципе, неплохой матч мы сейчас наблюдаем. Так, третий раунд. Смотрим. Так, опять дергают друг друга ребята. Эти ручки, господи. Тут сейчас Драг начнет применять свою тактику X. Ой, не добежал немножко Тим и не бросил, к сожалению. Он Драга. Так, зато Драк все наказывает. Так, не получилось бросить у Тима. Ну так, ну Тим сейчас это должен наказывать, да. Так, ударили друг друга в прыжке. Так, у Тима вообще ноль жизни просто. Непонятно, как он живет, да, и подкатом Драк выигрывает в этом бою. Сейчас на 2-0. 2-0. Что-то Драк разыгрался, по-моему. Да нет, тут решается, что все точно так же в каких-то микромоментах. Ну, посмотрим, камбэкнется у нас Тим или нет. 2-0. Так, берется Шреддер от Тима.
и идет в ответ Донни. Ну, четверочку, четверочку. Ох, вот это забавно. Чей сейчас раунд? Твой. Ну что, посмотрим, что будет делать Драк. Так, прыгает Донни медленно, им надо прыжки лучше вымерять. Вот как сейчас, например. Отлично, отлично, за спину. Как только соперник сел, сейчас тоже было все сделано хорошо, отличный прыжок. Тут Тим заблочил. Что дальше? Дону только подобраться сложно в этом бою. Так, это не Трольска, но все равно Тим побоялся кидать. Не был уверен, но было не Трольска, можно было кидать. Так, дальше Драк наконец наказался за свои прыжки. А вот это Трольска. Но, к сожалению, для Дона он сидел на мячике. Итак, у нас тут миллиметраж, который снова проиграл Тим. Миллиметраж был потому, что вот... Ну, блин, на самом деле там просто одно действие нужно было угадать Драгу. Ну да. Угадал. Так, ну что, второй раунд, так. Трольский прыжок. Трольский прыжок, да, тут Донни попадает два раза пилой. Третий раз пилой. Так, и вообще просто пешком подходит и бросает, как это дизмораль, походу, делал у Тима. Что-то ничего он не может, и... Это перфект. Этот раунд был очень быстрый. 20 тысяч очков этому господину, собственно. 15 секунд раунд. Чего так как-то расклеился, по-моему, Тим? Ну, как бы сейчас просто Драк хорошо атаковал. То есть, ты понимаешь же, да, что у Дона бесконечность вариантов атаки? Ну, как конечность, но... Довольно такая большая. Короче, тяжело предугадать, да, что он будет делать. Да, и тут у нас хэт-хэт против Кейси. Ой, так это же салат может быть сейчас просто. Ну, Тим салат должен победить. Ну, если он будет добегать, то да. К тому же, тактика все-таки есть, даже если ход добегает. Так, ну вот прыгать тактикой, конечно, это не является правильной тактикой. А вот применять всякие ножки. Так, Тим пока что добежал. Так. О, как хорошо перепрыгнул за спину. О, красавец Драк. Итак, почти равенство, между прочим. И можно сейчас потянуть время и затаймить подбег с броском в конце. Что сейчас, скорее всего, Драк и сделает. Пока что он отбивается от угла. И... Ох, и даже клюшкой. Клюшкой проходит, офигеть. Чё-то я думал, ну, уже под конец... Ой. Так, клюха прошла из-за того, что ход вообще-то даже не то, что бежал, ход вообще-то просто прыгнул. Да-да-да. Сейчас ход добежал, твой раунд. Так, ну отлично, в принципе, выбирается и клюшка из угла. Так, нужно запрыгивать, что-то за спину делать. Да, выбирается на середину арены. Так, просто Кейси прыгает туда-сюда, как попрыгунчик. Не знаю, правильно это или неправильно. О, отлично, сейчас поймал на прыжке в воздухе. Ой, ну сейчас ход не добежал. Да, ход не добежал. Зато добежал Кейси. О, попадает бабочкой за спину. В принципе, неплохо. Сейчас нужно один какой-нибудь удар Кейси провести. Точнее, ход-хеду провести по Кейси. Вот, но Кейси опять прыгает, как, делает, но... как попрыгунчик. Не успевает Кейси упасть и... В общем, что, 4-0 этот хвост в пользу Драга. Угу. Спайди, там, короче, ход прыгал после End? Броска. Это да. Все? 4-0? Да, давайте запишем счет. Yeah. Бой был, 8-4, конечно... 8-3. Бой был, конечно, очень хороший. То, что 4-0, это... Ну, вы же видели, все это не по игре. То есть, игра была равной. Игра была равной, но Драк все выиграл. Да. Так, запишем сразу результат. А ведь кто знает, если выиграет Тим тут ход Раф. Кто знает, что было бы. Так, Драк 4-0 Тим. Тим 3-4 Драк. Так, ну ладно, сейчас мы прервемся на секунду, и Смакей уже соло комментит мой бой со Спайди. Да, я, кстати, могу даже не останавливать трансляцию, в принципе. Да нет, давай, остановим. Я перезапущу, как бы, запись, а останавливать-то можно не останавливать. Ну, в принципе, все тогда, давай. Давай, останови, там, скажу кое-что. А, ну, хорошо. Потом, чтобы не париться, потом выкидывать на YouTube. Так, я просто, мне, короче, можно запись остановить, а трансляция как бы продолжит. Потом я снова нажимаю, трансляция, ой, запись появляется. Короче, все, можно говорить. Короче, мы типа вернулись. Ты остановил. Да, все, так продолжаем, значит, на очереди. Погоди, да вырубай на секунду. Так,